Будем откровенны, далеко не все представленные в этом зале государства признают ключевой принцип устава ООН – суверенное равенство всех государств. Соединенные Штаты давно объявили устами своих президентов о собственной исключительности. Это касается отношения Вашингтона к своим союзникам, от которых требуют беспрекословного послушания даже в ущерб их национальным интересам. Правь Америка. В этом суть пресловутого порядка, основанного на правилах, прямой угрозы многосторонности и международному миру. Важнейшие компоненты международного права, устав ООН и решения нашего Совета трактуются коллективным Западом извращенно и выборочно, в зависимости от того, какая установка поступила из Белого дома. А многие резолюции Совета Безопасности и вовсе игнорируются. Среди них резолюция 2202, одобрившие Минские договоренности по Украине, резолюции 1031, утвердившие Дейтонское соглашение о мире в Боснии и Герцеговине на основе принципа равноправия трех государствообразующих народов и двух энтитетов. Про саботаж резолюции по Ближнему Востоку можно говорить бесконечно. Чего стоит заявление Энтони Блинкена в интервью CNN в феврале 2021 года в ответ на вопрос о том, что он думает о решении предыдущей администрации США признать принадлежность Израилю сирийских Голанских высот. Если кто не помнит, я освежу вашу память. В ответ на этот вопрос госсекретарь произнес: если оставить в стороне вопрос о законности, то с практической точки зрения Голланды очень важны для обеспечения безопасности Израиля. Конец цитаты. И это при том, что резолюция 497, мы с вами это хорошо знаем, которую никто не отменял, квалифицирует как незаконную аннексию Израилем Голландских высот. Но, согласно тем самым правилам, надо, цитирую Энтони Блинкена, оставить в стороне вопрос о законности. И, конечно, у всех свежо в памяти заявление постпреда США о том, что принятая 25 марта резолюция 2728 о немедленном прекращении огня в секторе Газа не носит юридически обязывающего характера. То есть американские правила важнее статьи 25 Устава ООН. В прошлом веке Джордж Оруэлл в повести «Скотный двор» уже предвидел суть порядка, основанного на правилах. Цитирую: «Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие». Конец цитаты. «Если ты выполняешь волю гегемона, тебе все дозволено. А если осмелишься и начнешь защищать свои национальные интересы, тебя объявят изгоем и обложат санкциями». Гегемонистская политика Вашингтона не меняется десятилетиями. Все схемы, все без исключения схемы евроатлантической безопасности, были основаны на обеспечении доминирования Соединенных Штатов, включая подчинение им Европы и сдерживание России.